21 ноября в штабе казачьего общества Северского района ребятам, уезжающим в зону проведения специальной военной операции, передали тепловизор. Его приобрели по просьбе бойцов на средства, собранные инициативной группой граждан «Помощь мобилизованным». Тепловизор на передовой – вещь крайне необходимая. Благодаря этому приспособлению можно вовремя заметить приближение противника и подготовиться к атаке. Тепловизоры ценятся намного больше, чем обычные приборы ночного видения, но и стоят значительно дороже. Теперь, благодаря помощи от земляков, бойцы получили столь нужный аппарат, который, вполне возможно, спасет не одну жизнь. Вам большое спасибо за ваше участие, за вашу такую активную жизненную позицию гражданскую. Ну, а вам я хочу пожелать скорее победить, вернуться с победой, вернуться домой живыми, целыми, невредимыми. И если вот что необходимо, пожалуйста, обращайтесь. И, ребята, мы, Северский район, всегда готовы прийти на помощь, поддержать и вас, и в целом нашу страну, чтобы скорее наступил мир и спокойствие на нашей земле. Северский район активно помогает участникам специальной военной операции и их близким. Неравнодушные жители постоянно собирают гуманитарную помощь и денежные средства на необходимое снаряжение для наших бойцов.